так вот смотрит, он так смотрит. Ты еще думаешь, я тебе есть не дам? Дам я тебе покушать. Чтобы в этом возрасте быть одиноким, без детей и без внуков. Это какой же он должен быть сволочи? Но бывают такие же без внуков. Ой, она говорит. Одной 19, а другой 15. А если не будет внуков, а будут только дети, того, глядите, внуки появятся, наоборот, с маленькими. А здесь еще внуки взрослые, вот правнуки появятся. Потом он не похож на няньку сидел. А мне кажется, Мария спасовала. Она чувствует, что Вячеслав с каким-то большим запросом, чем она может потянуть. И мне кажется, что вы сделали шаг назад, струсили. Просто боюсь. Давай следующую. Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделает наша невеста. Не подпустите.